Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о приложении, которое называется All-in-One Toolbox. Приложение имеет дружественный интерфейс и поможет вам очистить ваш Android смартфон от мусора, очистить оперативную память перед запуском, допустим, какой-либо игры, то есть емкого приложения, которое потребует много оперативной памяти. Но помимо всего, приложение еще имеет огромное количество всевозможных плагинов. Чем заинтересовало данное приложение? Тем, что есть возможность не только слепо использовать там очистку АЗУ, очистку памяти. По этим пиктограммкам все очищается и ускоряется. Но для начала, как всегда, перед использованием приложения, зайдите в настройки и посмотрите, что предлагает данное приложение. Поставьте нужные или уберите ненужные вам галочки. Я останавливаться на подкладке настройки не буду, лишь перейдем к пиктограммкам очистка ускорения и дальше посмотрим, какие инструменты есть. Во-первых, чем приятно данное приложение? Тем, что оно после запуска определенных подфункций, как, например, вот очистка, отсканирует процессы, кэши, временные файлы, миниатюры, то есть найдет все, что по мнению данного приложения мешает работать вашему Android устройству, но слепо не будет очищать, а будет только удалять данные файлы, кэши, процессы после того, как вы разрешите это сделать. И существует стандартная и расширенная очистка. Что приятно в том, что данное приложение поможет вам посмотреть, что же находится, по его мнению, в лишних приложениях, и выбрать, решить вам, удалять ли данные, опять выкинул на главный экран, удалять ли данные процессы, скажем так, всевозможные там кэши, что лежит в кэше, покажет. И, то есть, предоставляет вам выбор. Есть подкладочка расширенная настройка, то есть здесь вы можете очистить историю и Gmail, очистить, удалить большие файлы, очистить звонки, всевозможные чаты WhatsApp, там Viber и всего остального. То есть стандартная и расширенная. В стандартной убирается все, что вам не надо. Если, к примеру, вы хотите что-то исключить, достаточно снять галочку и нажать на кнопку очистки. Ну, я сейчас этого делать не буду, потому что мы не будем дожидаться, пока будет идти этот процесс. Следующая подкладка – это ускорение. В данной подкладочке идет сканирование на именно процессы, которые висят в вашем Android устройстве и, так скажем, хавают, поедают оперативную память. Все то же самое, снять галочку с тех процессов, которые бы вы не хотели трогать, и выбрать подкладку «Завершить выбранные». То есть, ну, все, конечно, понимают, что многие приложения опять, вернее, процессы системные, они опять запустятся, но если вы хотите вот так вот быстренько что-то удалить, то я думаю, что данное приложение пригодится. Допустим, вы очистили, там ускорили, очистили оперативу, зашли в какую-то игру, а поскольку игра в приоритете, то пускай уже потом эти сервисы запускаются, они уже не будут мешать, в общем-то, вам играть, и уже запустится не столько сервисов, поскольку Android просто по задействованной оперативной памяти он не даст остальным сервисам, к примеру, запуститься. Но это так, вольное размышление. Использовать данные подфункции — это уже выбор каждого. То есть нужно ли очищать оперативную память, об этом уже много раз говорилось. И переходим в подкладочку «Инструменты». Вот здесь кроется то, что меня очень заинтересовало в данной программке. Во-первых, есть огромное количество всевозможных, так скажем, дополнительных возможностей. Это и пакетная установка, пакетное удаление. Ну, к примеру, пакетная установка. Вы выбираете приложения, которые висят на вашей карте памяти. Допустим, вы перепрошили смартфон, но бэкапили приложения. И чтобы не кнопать на каждое приложение, можно установить и выбрать, какие приложения установлено. И, то есть, одним махом вы устанавливаете все приложения, которые бы вы хотели установить. Пакетное удаление сделает то же самое по удалению приложения. Бэкап и восстановление поможет вам забэкапить приложение, которое есть на вашем Android устройстве. Ну, все скажут, что это можно сделать и, допустим, из ES-проводника. Но суть не в этом. Суть в том, что я делаю обзор приложения и будем рассматривать все его функции. Скажу сразу, что для многих подкладочек
необходимые root-права. К примеру, это для подкладки System App Uninstaller. То есть можно удалить, к примеру, вот такие системные приложения. Ну, видите, что Gmail можно удалить, а остальные системные приложения, к примеру, нельзя. И прелесть в том, что системные приложения, вот существует вот такая вот корзинка. Если вы удалите, приложение будет храниться в корзине. Вдруг что-то не заработает, можно будет восстановить из корзины. То есть приложение полностью не удаляется, а, скажем так, резервируется перед полным удалением. Это что касаемо System App Uninstall. Дальше идет тоже, на мой взгляд, интересная подкладка. Она заинтересует тех, у кого есть SD-карта, и, допустим, многие приложения по умолчанию устанавливаются в память, но имеют возможность быть перемещенными на карту памяти. Еще раз скажу, это не панацея, допустим, если у вас там все приложения ложатся в память телефона, только будут переноситься приложения, которые поддерживают данную функцию, и данная подфункция, она требует, скажем так, root прав, то есть перемещения выбранных приложений. У меня нет SD-карты, все приложения ложатся во внутреннюю память, ну и поэтому я этой вкладочкой пользоваться сейчас не буду. Следующая подкладка — это автозагрузка, то есть вы можете отсюда удалить приложения, которые находятся в автозагрузке. Вот, допустим, вот это вот приложение, которое называется Утилиты, я хотел сделать обзор на него, мы его удалим из автозагрузки, и оно не будет подгружаться при перезагрузке нашего Android устройства. То есть все то же самое, вплоть до отключения всего. Тоже, на мой взгляд, довольно-таки интересная подфункция. И помимо того, что вы можете удалить приложение из автозагрузки, можно еще и настроить автозапуск, то есть добавить приложение по плюсику, которое бы вы хотели добавить в автозапуск. Я не так давно делал обзор на программку, которая поможет добавить приложение в автозапуск. И есть возможность выбрать пользовательские и системные приложения. То есть все предусмотрено. Вот чем меня порадовала данная программка, что основные функции, которые могут быть востребованы даже обычным там неискушенным пользователям, они в данной программке учтены и позволяют вам настроить свой смартфончик. Ну и, конечно же, проводник — это системный файловый менеджер, который поможет вам пошариться по вашему смартфону и посмотреть, что на нем вообще творится. Но подкладка плагины, вот есть такая подкладочка, которая поможет вам дополнительно установить огромное количество плагинов. Плагины, которые написаны для данной программы, они, ну давайте посмотрим какой-то плагин, они будут автоматически подкачиваться из Play Market, но для каждого плагина вы сможете посмотреть, что данный плагин будет творить на вашем Android устройстве и нужен вам он или нет. Допустим, интересный плагин Permission Check плагин, то есть плагин, который проверит разрешения, которые просят приложения на вашем Android устройстве. Есть Game Booster плагин, кто заинтересуется, может ставить. Есть, в общем, Sensor Box плагин, проверяет сенсоры. Плагинов, как я уже сказал, много. Я не буду останавливаться на каждом, потому что это займет очень много времени. А скажу, что данная возможность, она довольно-таки интересна. В общем, в принципе, на этом я буду заканчивать. На мой взгляд, приложение интересное. Если вам оно понравилось, ставьте на свой смартфон. Ссылка на платную версию будет в описании видео. Еще раз повторюсь, что приложение требует для некоторых подфункций root прав. Ставьте, экспериментируйте. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч!